уверены, что говорите по-русски правильно. Проверьте себя. Я прочел столько много книг, что в голове все перепуталось. Я сказал «столько много». А может быть, правильно сказать «так много»? Подумайте. Профессор, столько много с тобой возится, а толка никакого. Это от тебя никакого толка, потому что не столько много, а так много. Запомните, правильно говорить «так много». Так много книг, так много песен, так много телезрителей. Грамотный человек в своей речи употребит словосочетание «так много» или «очень много». Так много книг, так много звезд. Пожалуйста, говорите по-русски.